Всем привет! Сегодня хотелось бы рассказать вам о компании Basus и об одном из ее продуктов, а конкретно об USB-C адаптере. Так как всем уже известно, что новые Mac'и получили USB-C, но потеряли MagSafe коннектор, я решил приобрести такое вот устройство, которое совмещает две эти функции. Конкретно USB-C и коннектор с магнитом. На задней стороне коробки вы сможете найти защитный слой. Стерев его, вы найдете специальный код, с помощью которого на сайте Basus вы сможете проверить, подлинный ли этот адаптер или нет. Открыв коробку, вы сможете там найти сам адаптер, упакованный в пластиковую упаковку. И на самой упаковке есть логотип компании Basus в виде буквы B. Ее мы откроем немножечко попозже. А сейчас давайте посмотрим, что же еще мы найдем в коробке. Так, здесь лежит гарантийный талон. Он на китайском в основном написан, вроде бы и английское есть, я точно не смотрел. И рекламный буклетик. Ну а теперь давайте вернемся к главному герою нашего обзора, то есть к адаптеру. Как вы видите, изготовлен он из двух частей. Обе части металлические. К одной присоединяется провод USB-C, который идет вместе с вашим компьютером, а другая часть вставляется в USB-C, который находится в компьютере. И с помощью магнитов эти две части присоединяются друг к другу. Все выполнено очень качественно. Мне нравится, как это выглядит. Что еще меня порадовало, что у него не будет теряться напряжение. То есть ток будет поступать на ваш компьютер такой, какой он должен, так как пропускная способность этого адаптера 86 Вт. Магниты у адаптера вполне сильные, и я не думаю, что они будут отсоединяться. Сейчас я попытаюсь вам продемонстрировать, насколько они сильны. Надеюсь, вы убедились сами. Что ж, попытаюсь еще раз показать. Нужно ли это вам? Решайте сами. А я прощаюсь, и спасибо большое за просмотр. В конце я подготовил маленькое видео, в котором вы более близко сможете увидеть адаптер. Всем пока!